Знаете ли вы, кто в России является оппозицией власти? Даже не догадываюсь. У нас такая существует? Я никакой не знаю. Я к политике отношусь нейтрально. В первую очередь, конечно, Навальный. Во вторую очередь, это, конечно, Рыжков. Много экономистов еще, я их сейчас так не могу сразу вспомнить. Оппозиции? А у нас ее нет. Нет оппозиции. Я очень неграмотная. Не знаю, честно. Даже не слежу за новостями. Вот. Я живу в своем мире. Я думаю, современная молодежь, интеллигенция. Яркие представители оппозиции. Навальный и его круг. Гарик Гаспаров. Но он, правда, находится вне пределов России. Я знаю, что она есть, но я как бы за Россию, за Путина, за ВДВ. Команда Бориса Немцова была оппозицией. Сейчас уже трудно ответить. Наверное, все от этого отходят. Никто не хочет никаких лишних головных болей. Допустим, РПР Парнас. Оппозиция. Не системная, правда, но оппозиция. Системной у нас нет оппозиции, к сожалению. Ее просто не допускают. Мне так стыдно, я учусь на политолога. И я только могу назвать, кто в СМИ является оппозицией. А так? Я не вижу реально никакой оппозиции в нынешней России. То, что есть, это не оппозиция. Исключение только Навального, как-то так на слуху, который. Именно президент, что Путин, знаем, а так оппозиции кто? Нет. Навальный, в принципе. Мне кажется, раньше был Навальный и его компания. Сейчас я затрудняюсь сказать, мне кажется, все как-то по-другому уже думают.